играть под эту песню. Ирландец, ты знаешь, какая рыба водится в Баку? Никак нет, штаб-сержант. Эй, Рекер, ты очнулся? Возвращайся к нам, парень. Больше не отключайся. Славно, Рекер. Круто водишь, только концовка малость подкачала. Включи свет, Пак. Сиденье не двигается. Ты застрял, сержант. Ирландец, паниковать в такой ситуации – это самое худшее. Не надо так говорить. Ты меня до усрачки пугаешь. Пак, помоги сдвинуть сиденье. А мы все еще тонем. Мы вытащим тебя отсюда, Дар. Слышишь? Каким образом? Дверь заклинила. Черт! Не так все должно было произойти, ирландец. Рекер, возьми мой пистолет. Ты чего, блядь, задумал? Он теперь твой. Ты чего, блядь, задумал? Если волк хочет выжить, он должен отгрызть себе лапу. Стреляй! Не делай этого! Давай, Рекер, стреляй в окно! Это приказ! Рекер, блядь, не вздумай! Спасайтесь, выбирайтесь отсюда! Выбирайтесь! Черт возьми, Рекер, я чуть тебе в лицо не пальнул. От хвоста ты избавился. Полегче, Пак. Где тебя черти носили? После того, как передача данных пошла наперекосяк, я отправился сюда. Русские, да, спецназ, они то тут, то там. Дыши глубже, сынок. Информация у тебя? Да, да, у меня. Славно. Черт, уже светло. Нам нужно добраться до точки эвакуации. Ирландца видел? Я думал, он с тобой. Придется нарушить молчание. Могильщик 3, это могильщик главный. Где вы? Могильщик главный, возвращаюсь с севера. Уже близко, запрашиваю огневое прикрытие. Вас понял, ирландец. Мы вас прикроем. Рекер, готовься. Прикройте, мамзаки. Займи позицию у окна, будем прикрывать ирландца. Возьми патроны в контейнере. Он еще появились, видите? Стреляй! Еще двое слева! Валим их! Ирландец, давай к нам! Кто-то еще движется? Мы всех грохнули! Чисто! Руку дай! Ты цел, ирландец? Твою мать! Кто сказал, что эта хата безопасна? Могильщик, выдвигаемся. Крепость, это могильщик главный. Пакет у нас, но мы расшевелили осиное гнездо. Движемся к точке эвакуации. Вас понял, могильщик. Внизу. Вертолет на подходе. Приведи. Конец связи. Сигнал. Мы уничтожаем. Прямо впереди! Чисто! Доложи обстановку! Еле держусь на ногах, но стою. Не обойди! Спускаемся!
Все целы? Сделай, чтобы в ушах звенело. Чудесно. Пошли. Могильщик главный, это жар-птица 2-1. Мы на подходе. Каково расчетное время прибытия? Прием. Рад вас слышать, Хокинс. Мы приближаемся. Выводи своих парней на крышу. Не заставляйте меня ждать. Просканируешь сектор, Рэк. Давай, Рэк. Он на устане. Полезная штука. Следите за своими секторами. Не спускай глаз с цели. Полегче. Пробираемся через двор, затем в сливную трубу. Что дальше? Готово работать. Готово атаковать, дайте цель. Укрытие! Разлетайтесь крыши, я вас прикрою.
Берет грузовик. Не бери в голову, мы все живы. Это самое главное. Чисто? Углы, парни. Мы наверх в этой хреновине поедем? Так быстрее всего. Да и искать другие варианты некогда. Это вы еще с террасы не смотрели. Думаю, я буду в полном восторге. Заткнитесь. Смотреть в оба. Могильщик главный. Радар показывает противника в воздухе. Блять! Эй, понял. Помогите! Ложись! Вот папа! Блядь! Встаем! Это падло разнесет все тут нахрен! Бежим! Далеко еще! По-моему, это верхний этаж! Сейчас, бежим! Мальчик, парни, где вас черти носят? Верхний этаж! Мы бежим! Он улетает, да! Тащите вертолет быстро! Надеюсь, эти блядские данные того стоят! Быстрее! Залезайте сюда, здание шатается! Не видно Хокинса или кого-то еще? Нет, никто не выжил. Вытащи данные из-под обломков. Не могу, его придавило. Попробуй, я тут трекер вытаскиваю. Вот черт, вот черт. У него багажник лопнул, часть сардельки. Дан, с тобой все будет в порядке, я обещаю, мы тебя вытащим. Бак, топливо. Знаю, знаю. Торг. Трекер, прикрой меня.
Выходи, быстро! Выходи! Я помогу! Пожалуйста! Я помогу! Пожалуйста! Нет, уходите! Опасно! Черт, вы гражданские! Рейкер, мне нужен твой нож! Зачем? Что, сержант? Придется резать ногу! Что придется? Рейкер, иди сюда! Иди к ним, Рейкер! Я тут сам! Иди! Рейкер, мне нужна твоя помощь!